Итак, внимание, друзья мои, вы думаете, что вы получаете только 7 предметов, это лопатки, шумовки, половые, 17 предметов из высококачественной нержавеющей стали. Это чудо, набор посуды Jumbo Gourmet за 4999 рублей со скидкой в 2200 рублей. В общей сложности 17 предметов, не 4, не 6, не 12, а 17 предметов приезжают к вам с бесплатной доставкой. Это сенсационное предложение, и мы сейчас будем рассказывать, тестировать, ну и даже испытывать набор посуды в прямом эфире. Правильно ты сказала, испытывать. Не испытывать, а доказывать, потому что мы отправили сковородку сотейник в духовой шкаф. При температуре 180 градусов мы готовим великолепный кусок мяса. Кстати, вместе с овощами. Скажите, пожалуйста, вы бы могли отправить обыкновенный сотейник ваш в духовой шкаф? Я не знаю, не каждый вообще выдержит, потому что вообще не все сотейники приспособлены для духовки. Совершенно верно. Это единственный сотейник, где можно отправить прямо в духовой шкаф, где получается великолепная корочка. При этом овощи не разваливаются. И давайте посмотрим, какой у нас сочный кусок при этом получился. Минуточку внимания, друзья мои. Можно, пожалуйста, поближе камеру? Вы взгляните только. Вы представляете, какой здесь сок? Мясо получилось сочное. Готовили мы его в духовке, готовили в сотейнике из набора Jumbo Gourmet. Но ведь не только сотейник входит в комплектацию. Давай расскажем, что получают наши телезрители еще. Итак, наши телезрители получают следующее. Самая большая кастрюля, мы сейчас скажем, это предназначена вот для она. Гарниров. Нержавеющая сталь, пятислойная термоаккумулирующая капсула на кастрюле чуть поменьше, для гарниров и для мяса. Это называется кастрюля для завтрака. Следующее, вы получаете ковш объемом чуть больше 2 литров. Это для приготовления соуса или также для приготовления детского питания. Внимание, заказывая прямо сейчас, вы получаете сковородку-сотейник с профессиональным нержавеющей стали. Это специальное покрытие из нержавеющей стали, как сделан наш металл. Ну и дальше что? А дальше вы получаете еще специальные аксессуары для вас. Это ложка, половник, вилка. Переворачиваем. Ложка для тефтели, еще большая ложка и лопаточка. Вы представляете, вот такой набор аксессуаров входит в комплект. Итак, внимание, сталь 18/10, нержавеющая сталь, которая долговечная и которая прослужит вам очень долго верой и правдой. Но самое главное, то, что вся наша посуда имеет пятислойное термоаккумулирующее капсульное дно, которое позволяет нам потомить картошку, но при этом, чтобы она не разваливалась, а была вкусная внутри, это эффект настоящей глиняного горшка. Скажи, пожалуйста, какое интересное у тебя блюдо. Это у тебя и картошка, она прям целиком, и мясо, вот это да. Да, и соус, главное, и что соус. Помидоровые. Причем ты делаешь это не в сотейнике, не в сковородке, а прямо в кастрюле. Правильно, я это делаю в кастрюле, потому что вся наша прекрасная посуда обладает пятислойным термоаккумулирующим капсульным дном. Давайте посмотрим, как она устроена. Первый слой идет из нержавеющей стали, второй слой идет у нас алюминий, потом нержавеющая сталь, и так 5 слоев. Давайте посмотрим, как ее можно использовать. Термоаккумулирующая капсульное дно, в отличие от обычной, не деформируется, раз. Второе, оно позволяет сохранять тепло все. Третье, экономит электроэнергию. Быстро распределяет тепло, тоже очень удобно. Ну и плюс равномерный прогрев пищи. Но и самое главное преимущество, то, что здесь позволяет готовить практически без воды, без жира. Причем сохраняет цвет овощей или, допустим, рыбы или мяса. И консистенцию. Консистенцию, совершенно верно. И эффект глиняного горшка. Давайте знакомиться с объемами. Олег, здесь у нас сколько объемов? 6,5 литра с крышкой. Вместе. Следующая у нас кастрюля объемом 3,9 литра. Следующая кастрюля объемом у нас 2,9 литра. Следующий у нас вот такой вот ковш идет 2,1 литра. Следующая сковорода, сотейник из нержавеющей стали с крышкой 24 сантиметра в диаметре. Заказывая прямо сейчас, вы получаете набор аксессуаров. Это тоже все из нержавеющей стали. И ложка, и половник, и лопатка, и специально для спагетти вот такая вот ложка. Смотрите,
Можно, пожалуйста, минуточку внимания, что здесь очень удобный функционал крыши, ручки, который позволяет положить вот так вот ложку. Дальше. Раз уж мы с тобой заговорили о крышках и о ручках, вопрос, а нагревается или нет? Можно, пожалуйста, немножко камера назад, потому что здесь у меня томится. Можно, пожалуйста, показать, а что... здесь кипит. Да, чтобы просто показать, что мы в прямом эфире. Я показываю, что здесь кипит. При этом я приподнимаю крышку, она не нагрелась. Смотрите, я держу на ваших глазах, что показывая, что ручки не нагрелись. Это говорит о том, что вам не нужны прихватки. Возьми. Ну-ка. Слушайте, подождите, они вообще не горячие, они чуть теплые. Да. Смотрите, кипит, варится, все пузырится. И вот прямо сейчас, а теперь смотрите, ну-ка давай вот так вот, кипит. Приподняла, приподнимай. И покажи сверху, покажите оно сверху. Оно все равно продолжает. Это так работает, пятислойная термоаккумулирующая капсула, но эффект настоящего глиняного горшка, Оля. Вот он в чем секрет. И давай за борщом пойдем. Не нагреваются, и вы получаете в комплекте 17 предметов. Сделайте свой заказ сейчас, инновационные ручки. Еще, знаешь, мне очень нравится, что очень современно смотрится посуда. Совершенно очень верно. Еще раз, нержавеющая сталь, и давайте посмотрим, что клепанные ручки, еще раз для... А вот знаешь, хотела бы посмотреть эконом. Если мы пойдем в магазин и, например, будем покупать отдельно, собирать набор, во что нам выльется? Я не знаю, во что нам выльется. Например, сковородка-сотейник 1500 рублей. Вот точно такая же. Да. Я не знаю вообще, где вы цены такие 1500 рублей. Я видел 1999 рублей по распродаже. А кастрюля самая большая, 6,5. Но еще не входит набор кухонных аксессуаров, 7 предметов. Здесь ничего это не входит, конечно. А самое важное, вы только посмотрите, какая выгода. Звонки бесплатные, сделайте себе подарок. В конце концов, выбросите вы свою старую посуду. Она уже, ее пора уже отправить в утиль. Ведь вы кулинарка со стажем, у вас должна быть и посуда высокого качества. Итак, набор посуды Jumbo Gourmet Blaumann. Это профессиональное европейское качество, которое сталь позволяет готовить кисло-сладкие блюда, даже такие, как рассольник, потушить капусту, приготовить солянку и приготовить борщ, например, кищи суточные, которые, когда после приготовления, тебе надо, к примеру, оставить на сутки, чтобы они потомились. В этой посуде можно? В этой посуде можно, потому что нержавеющая сталь – это инертный материал, это самый качественный материал, который долговечный, который никогда не окислит ваш продукт. А еще это медицинская сталь. Вот это очень важно. Не обычная, а особенная сталь, которая будет служить вам долгие годы. Заботитесь о своем здоровье. Забирайте посуду Jumbo Gourmet. Ну и опять же, Олег, кто включил только что наш телеканал? Так необычно, что к набору посуды еще прилагается набор аксессуаров. В едином стиле. Обычно докупаем, а попасть в цвет и в тон невозможно. Совершенно верно. Пятислойная термоаккумулирующая капсула. Но в каждом, кстати, предмете есть специальная шлемерная шкала, которая позволит вам не переварить гречку или не переварить рис. Здесь можно готовить любые блюда, такие как овощные, мясные, рыбные. Это долговечный правильный набор. 17 предметов на вашу кухню. И все главное, что в едином стиле. Выбирайте сейчас свой набор. Какой шикарный подарок. Красивой коробке приедет к вам. Мне кажется, на свадьбу. Очень хороший подарок. На любое семейное торжество. Идеальный, потому что готовим мы с вами каждый день. Давайте готовить в правильной посуде. Еще раз, что за сталь? Во-первых, здесь сталь нержавеющая 18/10, которая позволяет готовить на всех видах плиты, даже включая индукцию. Можно отправлять в духовой шкаф. Готовит она сочно и правильно. В сотейнике даже можно выпекать. Значит, тебе не нужны противни лишний раз. Да. Смотри, какое хорошее мясо получилось. При этом корочка у нас получилась, овощи, как ты говоришь, Оля, не раскиселились. Да, весь сок остается внутри. Знаешь, какие рекомендации? В конце, после того, как приготовили, добавьте немножко чеснока и свежий базилик.